Так, короче, смотри. Приложение, настройки. Надо заходить, чтобы приходили уведомления, надо заходить батарея. Другие настройки. Оптимизацию. И здесь надо включать автоматическую оптимизацию, чтобы приходили уведомления, когда ты играешь. Они так приходят, но когда играешь, блядь, нихуя не приходит. На каком Xiaomi надо так заходить, чтобы, блядь, приложение уведомления приходили, хуй знает. В Xiaomi работает все по дефолту. Ничего не надо делать. Теперь ставим виджет. Часов. Часы. Готово. Листаем. Смотрим на эти часы. Вот здесь вот. Идем на главный экран. Оп. Блять, а почему нахуй они не отключаются, как на Xiaomi, блять? Почему на Xiaomi плавно они включаются и плавно отключаются? Потому что есть одни часы. Не надо две пары часов. Не надо. Телефон стоит до хера бабла, а вот эта вот херня, блять, она не отключается, блять. Когда Xiaomi стоит минимальную цену, и у них все продумано. Продумано до мелочей. Даже вот эти вот странные часы, когда на главный экран переходишь, они плавно отключаются. Вот это вот залупа, Google лента. С чего, блядь, OnePlus решили, что, блядь, она должна работать, блядь, здесь, что она не отключается, надо танцы с бубном делать, чтобы она отключилась, и то, блядь, она после перезагрузки, блядь, все равно будет работать. Хуйня какая-то. Обои, стили, значки. Что здесь за значки? Какая, блядь, кастомизация? Что там в Ютубе все эти пиздят, блядь, кастомизировать под свой... Да нету тут нихуя вообще, блядь, тут нечего кастомизировать. Темы, блядь. Где темы? Тоже ни хрена нету. Заходим в магазин тем. Да тут все ублюдство, блядь, какое-то вообще некрасивое, ни хрена. Виджетов, кстати, тоже нету. Ни хрена. Xiaomi, ты заходишь, скачиваешь темку, блядь, тебе какие-то красивые виджеты приходят. С часами, там, с погодой, со всей хиней красивая, с анимацией. А тут залупа какая-то дорогая, блядь, ну залупа. Ни хрена нету в этом. Может, это Oxygen, может, ColorOS по-другому, хуй знает. Он только красивый. Все, блядь, нихуя больше нету в нем. Да, нихуя больше нету в нем. Вот так.